Турции стартовал год Абая. Торжественная церемония по случаю 175-летия выдающегося просветителя состоялась в Анкаре. В мероприятии приняли участие турецкие политики, общественные деятели, а также представители дипмиссии Казахстана в этой стране. На открытии вечера выступили известные турецкие музыканты. Под аккомпанемент президентского симфонического оркестра они исполнили популярные романсы Абая Кунанбаева. В концертной программе также выступили казахстанские артисты. Концерт прошел очень успешно, турецкая публика была очень довольна при поддержке оркестра, президентского оркестра Турции. Хочу сказать, что этот ряд мероприятий будет продолжаться. Абай Кунанбай, казах. Мы пришли на этот вечер, чтобы послушать произведение великого казахского поэта и мыслителя. Очень впечатляюще. Благодаря прекрасному вечеру мы смогли поближе познакомиться с наследием Абая и казахской культурой.